Ответственный сегодня день. Собеседование в моей шаурмичной Эдуарду Пепперони. Вы что думали, то что я буду совсем сам справляться? Конечно, нет. Я в будущем буду расширяться. И сегодня собеседование будет проходить, ну как вы видите, вот кто. Может, хватит? Я здесь. Все на меня внимание обратили! Так, по местам рассаживайтесь. Так, кто у нас сегодня здесь... Костя, вернись. Кто у нас сегодня здесь есть? Королева уток, ходячий шашлык, ну, просто Стасик и голубенький наш любименький котяра. А, да, Стасик, хватит бухать хотя бы сейчас, убери, пожалуйста. Убери! Тут дети как бы, вот. Костя, да, тебе можно садиться. О, вот, да, вот это для детей как раз. Костя, ну, у нас стула нет. Садись туда, в детскую табуретку. Вот туда садись. Костя, конечно, серьезно. Я когда-то вообще не серьезный бываю. Я всегда серьезный, я с самого рождения серьезный. Сел быстро в детское кресло и там будешь сидеть. Костя, не выеживайся. Если бы мне пришлось сидеть в детском кресле, я бы не сел. С тобой бы местами поменялся. В общем, наркоманы Петровичи, внимательно меня слушайте. Кто не будет меня внимательно слушать, тому... Внимание обратили. Я вам сейчас расскажу... о своих планах, а вы слушайте. Между ногами жмет. Костя, у тебя там еще вот эта междуножная штукенция не выросла для того, чтобы там что-то жало. Хватит, Стасик, успокойся! Я не буду принимать на работу алканавтов космических, если ты будешь каждый день здесь бухать. Да ну какой ты пример вообще подаешь людям? Вот именно, пейте, дети, кофеечек, будете здоровы. Только так вроде про молоко говорят, но кофеечек тоже полезная вещь. Все, садитесь. В ближайшее время я буду расширяться. А ты что думал, то что я до конца жизни буду работать в этой шаурмешечной? Не-не-не-не-не-не-не. Как только я соберу нормальное количество бабок, я открою прям гигантский итальянско-грузинский ресторан. И вы меня спросите, зачем я вас сегодня здесь собрал? Ну, как бы, в первую очередь, конечно, Костя, конечно, правда, конечно, грузинский, только для тебя, братик-акробатик. Вот, вы спросите, для чего я вас сегодня собрал? Ну, давайте, в первую очередь, я проставлюсь. Как бы, сегодня ужин на мне, я приготовил вам немножко еды, ну, конечно, как бы, я позвал своих подписчиков, позвал своих друзей, поэтому... Так, шашлык, тебе что? Шашлык, тебе яйца вареные? Тебе, Мия, держи пиццу огромную? Можно я скажу, у меня аллергия на них. На кого? На шашлык аллергия? Яйца. На яйца? Без разницы. Если что, номер скорой знаем, мы сразу же вызовем. Так, Стасик, тебе держи и тебе... За кусончик. И тебе, Костя, хот-доги. Костя, шашлыка еще нет, обещаю, будет в следующей серии. Ну не расстраивайся ты, ну сейчас хот-доги все намочишь, но я ж пообещал, в следующей серии все будет. Вот прям зуб тебе даю, грузинское слово тебе даю, хоть сами не грузин, но дам грузинское. Ну на шаурму, Костя, она тебе вроде в прошлой серии понравилась, вот захомячь ее. Так, все, без лишних слов, приступаем к делу. Я буду открывать в будущем свой огромный ресторан. Ну или бургерную, на что денег хватит, вот. Мне нужен один официант, одна... повариха, ну или повар, зависимо, да, какого бы пола. Одна уборщица и одну секретаршу, чтобы она была моей правой рукой. Ну, знаете, там звонила, там Рафику, жирафику, чтобы там заказы принимала, там поставка, доставка еды на дом. Вот, поэтому распределяйте между собой, кто кем будет. Вот, когда я открою ресторан, тогда и знаете то, что сразу же первый рабочий день вы придете и сразу на своей должности будете работать. Я повар. Ты повар? Так, Костя у нас будет официантом, ты Мия. Ну, Мия 100% будет секретаршей. Шашлык, извини, так уж... Я в окно. Ты не в окно, ты уборщик. Опа! Ну вот мы сами разобрались, кто кем будет при открытии ресторана. В принципе, можно отметить. Вы тут кушаете, пейте, ну только ты, Стасик, другим не давай, а я пойду работать. Ну, вы как бы пейте, да, но давайте закругляйтесь. А то мы с вами тут языками расчесались, а у меня здесь новая клиентка. Ну как новая? Я ее уже знаю, наверное, 3 года. Викуся, крекер у нас тут пришла, поэтому давайте, все, короче, званый ужин закончен. С вас по 300 рублей, с каждого. Ты что, совсем охренел? В смысле? Воу, вы чё наехали? Вы чё? Подождите, где вы на этой планете видели, чтобы вы пришли в нормальную шаурмешечную? А тем более такую элитную, Эдуардо
мы друзья твои, и что, как бы, подождите, и ну, любимые подписчики. Да, как бы подписчики и друзья, но подождите. Мне что? Что? Мне сейчас обанкротиться, что ли? Вы пришли, пожрали, деньги заплатили! Какой бунт? Так, где моя команда? Бан, так, кто у нас первый в бан летит? Кто-то у нас сейчас бан полетит или кто-то кофе? Ну кофе дам, хорошо, давайте платите. Платите быстренько. У меня только две кружки кофе есть. О, три. Вот так. Кому? 100% дам тебе, Костя, тебе, Стасик, и тебе шашлык. Мия, ты кофе не пьешь. Ага, и вот тебе. Так, все. 300 рублей на бочку. Быстренько скидывайтесь. Вы покушали на халяву? Давайте. Вот будете работать у меня в ресторане, вот тогда и будете в два раза больше платить за еду. А пока будете просто обычную цену платить. Не, как бы я не жоп. Ну кто на этой планете вам бесплатно даст пожрать в каком-либо ресторане. Все, давайте, у меня действительно очень мало времени. Все, до свидания. Так, бургер, она попросила у меня сделать бургер. Бургер. У меня вроде все есть ингредиенты, кроме того... Выход в той стороне. Вот видите там, где дверь открыта? Ага. Спасибо, до свидания. А вот если вы там голодные, ну, не зря у нас в команде шашлык есть. Поделите там по кусочку. Угу, Костя... Он по грузинскому рецепту приготовлен, поэтому... Да, вот. Первым делом булочка для бургера. Мы берем с тобой немножко муки, берем с тобой немножко соли. Что еще нужно? Мука, соль, молочко, конечно же, молочко. И вроде все. Запихиваем муку, молочко, соль и яйца. Ну как моя башка могла забыть про два яичка, которые нужно запихнуть вот сюда. Включаем блендер. Опа! И опа! Все, так это есть. Что у меня есть еще в холодосе? Мы с тобой возьмем огурчики, 100% пригодятся для бургера. Помидорки тоже 100% пригодятся. А все, у меня больше нет ничего. У меня даже сыра нет, у меня мяса нет, и у меня даже листьев салата нет. Но мне кажется, если я Вике принесу бургер с огурцом и с помидорами... Она тогда меня съест. Я знаю Вику, она может. Вот, меня подписчики давным-давно просили, спрашивали. Едисан! Когда будет ролик с Викой? Вот ролик с Викой. Так, график у нас. Ага. Алло! Рафик! Гуршбули, короче! Хорошо курю! Ага, что? Жиргельбердельды! 21 чиз! Ага, жиргельбе! Жгрбу и листа салата. Ага. Окей, ага. Suck my dick, ага. Tomorrow? Ага, fuck you. Я жду, Рафика, ага. Так, ждем Рафика, пока Рафик приезжает с продуктами, я пойду и забубенькаю сверху булочку. А то, мне кажется, Вика уже прогадалась за это время, пока я с подписатой разговаривал. Сейчас, Вика, у нас все будет. Булочка сочная. Ты смотри, какая румяная получилась. И это она еще даже до конца не приготовилась, потому что у меня стол... Печка, если кто-то не знает. Булочка у нас сочная, булочка у нас смачная получится. И как раз таки гигантский бургер у нас получится. Вот так, сейчас забираемся вот сюда. И сюда я ставлю огурчики. Опа. И, ну, в принципе, хватит. 4 огурчика, мне кажется, ей достаточно. Я забыл порезать помидорку. На разделочную досочку. И ты знаешь, что мы с тобой сейчас будем делать. Помидорка есть, мяса не хватает, я не знаю. Опа, вот кто у нас и приехал. Так, ну бабки я вот эти отдам. Рафик! Пу! Стопэ, привез? Все привез. Так, сейчас мы посмотрим. Сыр пармезан. Ну, сыр пармезан есть. 30 кусков! Слушай, Рафик, нормально. И листья салата я тоже забираю. Так, а где мясо? Основное мясо. Бургер без мяса, это не жизнь. Брат, мяса нет. В смысле мяса нет? Это как? Мне нужна нормальная, сочная вырезка из говядины. Рафик, за что я тебе деньги плачу? Коров не привезли. Так, надо как-то из этого выкручиваться. Извини, брат. Да ничего, Рафик, ничего. Ты меня, конечно, подставил, мясо не привез. Ничего.
Я тебя отомщу. Твоя мама не против, если я завтра ее в грузинскую кухню свожу, в ресторан? Не? Не против? Ну тогда дай мне ее номерочек. Или передай ей мой, она мне сама позвонит, я уверен. Мамку на свиданку свожу. Хорошо, хорошо, 1000 рублей, держи, держи. В следующий раз без мяса даже не приходи, Рафик Жирафик. Подставляешь, подставля... Ну ладно, лишний прицеп точно не будет. Помидорки есть, сыр есть. Это хотя бы хорошо, да? Но вегетарианский бургер, ну мне кажется, что он ну такой себе. Может побольше просто овощей поставить? Может Вика тогда не заметит? Листья салата сюда, листочек салата вот сюда, листочек вот сюда. И естественно сырочек пармезан. Один сюда забабахаю, один сюда, один в уголочек и один прям по центру. Ну если бы мне официант, честно скажу, если бы мне официант в ресторане принес бургеры без мяса, хоть я заказывал с мясом, я бы ему этот бургер в подмышку бы засунул, а потом бы заставил его съесть. Надо выкручиваться, надо выкручиваться. И как назло, я не вижу ни одной коровы. Ну лошадей на мясо пускать, ну это уже какое-то живодерство, честное слово. Лошадка, лошадка. Опа, Рафик трактор свой забыл. Трактор, наверное, дорогой. Мне кажется, Вика позаботилась о том, чтобы прийти в мою бургерную с мясом. У нее из пакета бургерами воняет. Кого? Чаппи с говядиной по-домашнему, сытный мясной обед. Так Вика же вот это, она ж собаку себе недавно купила, я видел там в моем инстаграме ее истории. Вика, я прям тебе честно скажу, после того, как у тебя появилась собака, ты прям очень сильно забила на своего кота. Это знаешь, как будто в семье появился маленький ребенок и все внимание ему, а старшему вот столько, мизер. Позаботься о своем коте, он все же тебя любит. А то посмотри, еду купила только собачурик, коту вообще ничего не купила. Говядиной по-домашнему. У меня сейчас в голове промелькнула небольшая такая идея, и ты, наверное, уже догадался, что я хочу. Нет, я не дурак, ну как бы, говядина есть говядина, что для человека, что для собаки. Мне кажется, это сложно отличить, тем более запашок прям, ну реальный, настоящий говядины. А что, если мы с тобой сделаем, ну, вот так, только Вике ничего не скажем? Что вот прям вообще ни одного слова. Говядина есть говядина. Ну, в принципе, вот этого должно хватить. Мы немножко проучим с тобой Вику за то, что она мало времени своему коту уделяет, а все время своей собаке. Сейчас, отвлекающий манер. Так, говядина у меня здесь пожарилась, да, на гриле. Ой, какая вкусная говядина. Так, приправа, розмарин, кунжут. Ой, какая вкусная, какая, да, я прям, я мастер отвлекающих маневров. Опа. Опа. И опа. Можно еще сюда забабахать. И вот еще помидорочку вот сюда. Вот так вот, вот так вот. Опа, опа, ну и какой насыщенный бургер, а только посмотрите, ни одного свободного места. Так, хорошо, булочка, берем булочку, вот так вот, сейчас, все будет по феншую, Вика, будет вкусно, очень-очень. Я все же хороший повар, хороший. В предыдущей серии я один зафигачил просто дикую такую шаурмечную. Тоже, кстати, вегетарианскую. Мне кажется, я реально вегетарианцем прям становлюсь, потому что я в последнее время прям всем пропагандирую здоровый образ жизни. Ну, в том плане то, что все у меня почему-то должны кушать именно без мяса.
Мне кажется, это случайным образом получается. Я ничего подобного сам не хочу, просто кто-то, я подразумеваю, у нас Рафик забыл мне привезти мясо. Поэтому я должен выкручиваться как-то из этого положения. А вот, кстати, как Аид чуть не траванулся. Но я надеюсь, что с ним все хорошо. Тыкни на эту подсказку и посмотри обязательно последнюю серию, если хочешь, чтобы я тебя накормил вот таким потрясающим бургером. Я вот это лучше так немножко прикрою. Вика, у меня новые технологии. Полузакрытый бургер. Опа, вот так и вот так. Только пока не кушайте, дайте настояться. У меня стол с печкой, как вы знаете. Так, учитывая то, что говядина у нас нынче дорогая, даже для собак, с вас 1400 рублей, да. Ну, конечно, стримеры нынче у нас богатые, могут себе позволить 1400 рублей за один бургер. Ну, как бы, давай начнем с того, что она гигант. Я делаю гигантский бургер для гиганта. Все, Вика! Когда мы с тобой ролик запишем? Ну, да, примерно, вот я так и понял. Я прям сейчас вызываю Вику записать со мной ролик. Вот если кто-то сможет передать Виктории Кракозябре мое послание, ну или ты, если Вика Кочерышкина его сама увидишь, знай, надо с тобой записать ролик. А то мои подписчики мне жить спокойно не дают. Запиши ролик, запиши ролик. Да запишу! И с ним тоже запишу! Шаурмен! Со всеми ролик запишет. Так, ингредиентов у нас с тобой хватит. Оу, еще на следующие 2-3 серии. Ну, не учитывая то, что нам с тобой еще нужно будет мясо добыть. И смотри, сколько у нас уже с тобой баблишка. Если посчитать, то здесь примерно, ну, почти 6 тысяч. А мне нужно где-то тысяч так 20-30. И тогда я сразу же открою свой новый огромный просто ресторан. Ну, не открою, в аренду его возьму и буду потихоньку бабки наваривать. Еще же нужно будет вот этим пописякам платить за работу, ну, в смысле, подписчикам, наркоманам. Ну, первое время они все же за еду будут работать, а потом уже дальше посмотрим, что и как. Каждому, кто прямо сейчас влепит огромнейший лайкос, кусочек пиццы в подарок. Я надеюсь, то, что не только у меня, после каждого окончания серии из данной рубрики текут слюньки, я прям реально дико хочу кушать. Поэтому я сейчас побегу на кухню, что-то захомячу, и ты тоже можешь побежать. А тебе скажу огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Надо. Да, все, я серию закончил, уже больше ничего не будет, можешь уходить.